не сомневался в своей жене. Было очень неожиданно. Это такая подготовительная работа, и так приятно, что это неожиданно. Это был для меня полнейший сюрприз. Волшебство дарить радость человеку, которого ты любишь, праздновать таким вот традиционным, да, но, к несчастью, позабытым событием, как серенада. Это так классно, я чувствую себя, как будто бы я в сказке. Спасибо большое ребятам, вы очень красиво спели. Вы когда поете, слышно, что вы поете от души, вы поете о любви, и вы нас вдохновили этой любовью. Спасибо большое.